Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Виталий Погосян. Здравствуйте. По-моему, его музыка, она очень хорошо сейчас проиллюстрировала, что это за человек. Я смотрю на тебя и вижу этого мальчика, вот этого где-то там в Нагорном Карабахе, вот, и юношу, который приезжает в Петербург, можно сказать, по желанию матери, да, которая увидела все это. И мальчик, который это все впитал в себя, сохранил самобытность, сохранил связь с своим народом. И, вот. И еще это вышел какой-то на другой уровень, ну, потому что существует еще современность, и звуки современные, и ничего не движется. Он тоже, в то же время это все привлечено, глубинное, значит, фольклорное, там, народное. Оно сплавилось с современным звучанием, и получилось вот такое вот, вот так, такое, можно сказать, чудо Виталия Погосяна, да.
у нас в Петербурге. И теперь коренной, да. Ты женился здесь, да? И... Да, у меня жена петербурженка, Надя. Надя. Да, она родилась, в общем, в центре города. Они жили на Чернышевской, да, еще в те годы в советское время. Мы иногда даже ходим по этим улицам, вот где она ходила в школу, вот это, ну, в этом доме жила, просто чтобы вспомнить какие-то приятные, чтобы были вот эти ощущения. Я когда на нее смотрю, и мне самому становится приятно, я автоматически вспоминаю свое детство, свою улицу, свой дом. Вот, вот такое чудо, да? Ну, слава Богу, что существуют такие явления, что все это, ну, и в Петербурге может как бы иметь место, существовать. Слава Богу. А в Петербурге у меня есть место, где я разговариваю с мамой. Это Исаакиевский собор. Мама очень любила Исаакиевский собор. И периодически, я, проходя мимо, я останавливаюсь или там сажусь на скамеечку, на лавочку и общаюсь с мамой. Интересно, да. Такая история. Ну, вот, ну, хорошо. А дальше что? Вот есть какой-то вот такой план генеральный в своей жизни? Нету. Вот я сразу вам... Ну, развивать вот это искусство есть, да, план все-таки? Да. Ну, у меня нету вот каких-то там бешеных идей, установок, что нет, мне надо стать... На Первом канале там... Да, известным. Мелькать. Да, вот этого у меня нет. То есть у тебя все гармонично? Абсолютно. Ты никуда не торопишься? Никуда не тороплюсь. Впереди вечность. И впереди вечность. Да. Вечность. И все это, я очень верю, что все это будет происходить в Петербурге. Начало и конец. Потому что я в какой-то момент, я все равно с возрастом я осознал, что когда ты любишь вот ту землю, где ты стоишь, то приходит вот это тепло, и ты чувствуешь себя очень-очень... вот как-то воздушно, блаженно. Мне это нравится. У меня нет идей там, переехать в Москву, потому что там очень много музыкантов туда переехало, да, потому что там деньги, там сцены. Все. Нет. Я нашел свое место. Я спокойно живу, делаю добро, очень много стараюсь играть концертов благотворительных. Ну, музыка лечит же. Конечно. Недавно я встретился с одним человеком случайно, и он сказал: «Здравствуйте, вы же Виталий Погосян?» Я говорю: «Да». Говорит: «Здравствуйте, а я врач, я лечу онкобольных. Я им ставлю вашу музыку из интернета, и они слушают эту музыку». Mm-hmm. Что может быть лучше? Да, да. Вот оно. Что еще? Вот оно. Да. И вот этот вопрос по поводу того, что, а что дальше? А вот дальше вот это. Вот мы с вами сидим сейчас. Вот это. Угу. А я не понимаю, что дальше. Просто... Тут как Господь управит. Да? Да. Но все воля Божья. Все в руках Божьих. Ведь... Наша судьба. Сейчас такой век, такой мир, такая ситуация, что завтра мы не знаем, что завтра будет. Да. Ну, очень не говорят, знаем. Же, вот если вы в среду покинете этот мир, чем вы будете заниматься в четверг? Петр Мамонов, Царство Небесное. Петр Мамонов, кстати, сказал, да. Виталик, а можно я немножко сломаю ход передачи? Вот я сижу,
А у меня вот в душе, вот душа немножко переворачивается, сейчас болеет архимандрит Мефодий Свелаама. И мне так хочется какую-то сделать ему, может быть, подарок или что-то, вот, что-то ему или спеть, или сыграть. И он же музыкант сам по себе. Он недавно мне гитару подарил, я ездил на Валам. Потрясающую гитару, которую, ну, не знаю, музыканты могут всю жизнь мечтать о такой гитаре. Это, наверное, как дудук какого-нибудь там века. Вот. Можно ли что-то такое, может, небольшое что-то хотя бы ему, ну, для облегчения его страданий? Он лежит сейчас в реанимации, не знаю, услышит он, не услышит. Давайте споем песню. Давайте. Он очень любит песни. Мне просто посчастливилось с ним разговаривать по телефону. Это просто великий человек, божественный. Спасибо Богу, что есть вот такие люди. Да. Я надеюсь, что все будет хорошо, с Божьей помощью выздоровеет. Ему драгоценнейшего его здоровья. Драгоценнейшего. Вот. Да. Чтобы ему полегчало. Давай, может быть, ему кто-то на передачу это пошлет, ему станет легче. Да, прекрасно. Угу. Врахова пунбала, а пунбалан кючерхов, о, врагов. Иди к накадуся, та не смічин люсяєка, сормін кючур варанем, та не смічин люсяєка, ворогова пунбала, а пунбала здоровья пожелаем. Да, и долгих лет жизни. И долгих лет много жизни. Лет. Продолжаю нашу передачу. Значит, планов нет. На все воля Божья, все в руках Божьих. Как Господь управит, так и все. Да. А вот, ну, я, ты же говорил о том, что это так влияет, это вот музыка очень хорошо влияет. Меня иногда в больнице тоже вызывают, и в кардиологии, и людям даже сердцем легче становится. Что-то их отпускает, каких-то глубинных моментов касается музыка. И однажды моя песня спасла жизнь одной женщине. Она позвонила и говорит: «Отец Анатолий, я хочу жизнь покончить самоубийством. Благословить». Я говорю: «Нет, это невозможно», говорю ей. Вы, это не вашей воли это делать. Это только один Господь может. Если вам тяжело, терпите. Да. А я ей говорю, думаю, что же такое сделать? Я говорю: давайте я вам песню напишу, посвящу. И я, вот, а, значит, я стал писать ей песню. Она все ждала, значит. Я оттягивал.
Вот написал ей песню. Ну, пока я оттягивал, она осталась жива, как бы, ожидая песни. Ну, а когда она ее услышала, то, конечно же, уже... А песня там всего несколько строк и несколько звуков. Поэтому я надеюсь, что ты поддержишь меня. С радостью. В си миноре. Значит, да. Сейчас вступление будет на гитаре. Угу. Первый момент. Второй можно немножко подыграть, а потом начнется текст, а потом проигрыш. Хорошо. Вот видите, как мы договариваемся. Мы всю жизнь друг с другом играли. Да. То есть, видно, на одной волне живем. Всегда приятно. Да. Что мы можем, ну, общаться и так, и так, и так. Что у нас есть диалог. Ну, я считаю, что мы просто в одном духе. А жизнь, считаю, что жизнь наша человеческая — это поиск родственных душ. Да. Ты все время ищешь там, где тебя понимают. И для музыканта это очень важно. Я, допустим, мне говорят, сыграйте, отец Анатолий. Я играю, а люди сидят за столом и едят, допустим, да? И чтобы я не играл, я для них просто буду фоном для переваривания пищи. А бывает, ты берешь аккорд, люди откладывают все, ну и вообще все, вот, и полностью внимание, они погружаются в твое произведение, и ты чувствуешь, и все твои слова, они попадают вот в точку. И вот такое происходит общение с залом. И выходишь очень, очень довольный, потому что ты получил отклик. А для этого, ну, для человека искусство, а для священника тоже. Как же проповедь? Если, я, когда я говорю проповедь, я очень импровизирую, честно признаться, это по секрету. Вот. Но я в теме, это все равно как джаз. Но это, может быть, дико звучит. Я импровизирую на тему. И я чувствую, у людей что-то, они раз, вдохнули. Раз, они улыбнулись, вот они живые, и я живой, и между нами происходит общение. Я им как бы передаю божественные такие, как, что Господь меня вкладывает на данный момент. И просто такое происходит, что я сам слушаю сам себя и думаю: Господи, это не я, это Ты. Вот по поводу влияния музыки, всегда волнительно играть например, там в тех же больницах, да, вот, потому что мне всегда кажется, первое ощущение, что вот что же я делаю? Я сейчас приду с грустным инструментом. Казалось бы, человеку надо немножко дать легкости,
А тут я еще с этим, с этой тяжестью. Да, да. И поразительно, что вот... И каждый раз я об этом думаю, но каждый раз я... Удивляешься каждый раз. Ну, удивляюсь, что как бы человек плохо себя не чувствовал, там, понимая свои... там, форму своей болезни, там, да, сидит, слушает концерт, да, да. И в лице меняется. Да, да. Вот это парадокс такой. Вот это парадокс. Казалось бы, ведь это же очень грустные звуки. Да, да, да. Да. Они светлые, к тому же. Они светлые. Еще одна песня, Виталик, еще одно произведение, и мы будем, к сожалению, заканчивать передачу. Ну, давайте споем такую позитивную, добрую песню, самую известную армянскую песню. Вы ее знаете, конечно. Я уверен, что вы ее знаете. Я даже знаю, как она называется. Как она называется? О, Сирун, Сирун. Прекрасно. Что в переводе называется? О, красавица, красавица. Красавица. Я надеюсь, вы мне поможете. Попробую. Сирун, сирун, інчу мотиться, серд із гахніка, інчу іматься, мій нех сіров, єске сілеті. Да, ну так это ж вот классика, и она нас объединяет. Жаль расставаться. Дорогие мои, с вами была передача «Лавские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. И Виталий Погосян, хранитель древности, современный человек. Ну и просто хороший человек. Божьей всем помощи. Божьей всем помощи. С Богом.